Всем привет! В этом видео я покажу вам, как можно построить свой остров монстров. Первое, что необходимо сделать, это купить пропуск на остров в локации Дорпот у фермера. Стоимость составляет 35 тысяч монет. Также нам необходим уровень плотника 50. После покупки, находясь возле сундука, нажимаем на этот пропуск и попадаем на остров. Далее нам необходимо нажать на пиктограмму «Пальма» и открыть меню постройки. Переходим на вкладку «Постройки». В центре видим остров монстров, справа от которого есть кнопка «Добавить материалы», после нажатия на которую мы можем увидеть список необходимых материалов. Также можно заметить, что этот остров мы можем купить за внутриигровую валюту – 300 МОС. Запоминаем, что нам требуется, и отправляемся в приключение. Для начала берем кирку или мультитул. Перемещаемся в подземелье локации Дорпот по координатам 66-29. Затем двигаемся на координаты 30-37, убивая по пути скелетов Минотавра, и выходим на рудник каолинитовой глины. Необходимо собрать 300 единиц. Песок добывается быстрее всего в локации Ревел, рядом с городом, координаты 8-34. Для добычи нужна лопата или мультитул. Необходимо собрать 600 единиц песка. Азуритовую руду можно добыть в локации Lostwood, попасть в которую можно через локацию Wildland. Находясь в городе, идем на координаты 8-90, по пути нам встретится несколько медведей. Затем на координаты 81-35. Далее 65-33. Потом 62-54 и, огибая бегемота, попадаем на рудник. Необходимо собрать 170 единиц. После того, как собрали, двигаемся на координаты 30-58, затем на 52-57 и на 86-14 выходим из локации. А теперь самое сложное. Золотые яблоки добываются несколькими путями. Первый вариант – с монстров. Чтобы выяснить, с каких, нам необходимо нажать правой кнопкой мыши на любого монстра. В появившемся окне должны быть выбраны вкладки «Mob» и «Item». В текстовом поле пишем «Golden Apple» и нажимаем кнопку «Go». Далее сортируем монстров по уровню для того, чтобы понимать, на кого вы можете напасть. Добыча яблок происходит крайне сложно, так как процент выпадения у них очень низкий. Второй вариант – это вырастить яблоки, но потребуется для этого 110 уровень фермерства, да и к тому же нужны семена. Даже я, играя более 5 лет на момент записи этого видео, так и не добрался до этого уровня. Необходимо собрать 18 яблок. Трофеи воина можно также добыть, убивая монстров. Необходимо собрать 15. Самый простой и быстрый способ – это купить все материалы на рынке. Но, как правило, стоит это все очень дорого, опять же для начального уровня.
После того, как мы соберем все необходимое, возвращаемся на остров, нажимаем на кнопку «Добавить материалы», тем самым у нас откроется новая локация с боссами. И теперь у нас есть новый пункт меню «Остров монстров». Нажимаем на него, и появится окно со списком всех доступных нам боссов. Остров можно улучшить, тем самым откроются боссы более высокого уровня. А теперь посмотрим, как это все выглядит. Выбираем, например, Рипера и нажимаем кнопку «Призвать». Попадаем на локацию с боссом. Боссов можно призывать один раз в сутки. Если у вас премиум аккаунт, то два раза. Надеюсь, видео было вам полезно. Всем спасибо за просмотр и приятной игры.